Коллеги, мы с вами находимся на сайте торги.gov.ru. Нас интересует секция приватизации, либо по-другому продажи государственного и муниципального имущества. Далее нажимаем «В процессе подачи заявок». Нажимаем «Расширенный поиск». Далее выбираем «Способ приватизации продажи». Продажа обращенного в собственность государства имущества стоимостью не более 100 тысяч рублей. Нажимаем «Поиск». Далее, коллеги, нам с вами важно выбрать имущество, которое стоит до 10 тысяч рублей. Это может быть абсолютно любое имущество, которое вы выберете для участия. Нажимаем «Просмотр». Далее нажимаем «Документы». Здесь мы видим форму заявки на участие, форму договора. Нажимаем «Форму заявки на участие». У каждого организатора торгов своя форма, поэтому при участии каждого лота мы берем и скачиваем новую заявку. Нажимаем «Скачать». Открываем форму заявки. В приложении вот здесь вот мы все убираем. Далее продавцу мы также убираем. Заявку на участие в реализации имущества, обращенного в собственность государства. Здесь, что для юридических лиц, мы убираем. Для индивидуальных предпринимателей, если есть, нам также это не нужно. То есть оставляем просто сведения о претенденте для физических лиц. Далее прописываем фамилию, имя, отчество. Далее данные документа, удостоверяющего личность. Кем выдан? Код подразделения. Далее место фактического проживания, номер контактного телефона, адрес своей электронной почты, куда вам должно прийти уведомление. Ваши банковские реквизиты. Далее выражаю свое согласие на обработку и хранение персональных данных. Далее вы прописываете номер лота, именно наименование имущества, номер лота, где мы с вами можем посмотреть. Нажимаем «Вернуться назад». Вот номер извещения и номер лота. Далее, коллеги, делаем все одного формата. Делаем одного формата, одного цвета. Так, убираем. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже имущества, выражая согласие, здесь мы все оставляем. Далее подписываем свою фамилию, имя, отчество. И ставим подпись и расшифровку. Место печати убираем, это нам не нужно. И заявка принята продавцом, это мы оставляем.
Все на одной страничке, все красиво. Далее, коллеги, готовую заявку, она выглядит примерно вот так. Мы с вами распечатываем, проверяем, собственноручно ставим подпись, сканируем и отправляем на электронную почту организаторам торгов.